Первый украинский шутер. Всем привет. У меня сейчас джетлаг маленький, еще раннее утро. Людей собралось очень много. Меня зовут Игорь Карев. Деятельность я начал в 95 году. Да, деятельность начал в 95 году. С друзьями решили открыть... Не нужно открыть компанию, решили просто делать игры. В Украине там было считанные единицы. Была идея побороть Doom, ID, купить себе по Ferrari, ну, быть, собственно, счастливым. Нет, я не купил себе Ferrari, потому что счастье оказывается не в этом. И работали с издателями по всему миру, и американцами, и россиянами. И потом в какой-то момент, там открыли в 1995-2002 году, уже устав от работы с издателями, решили, что можно попробовать сделать, ну, самим издавать, да, то есть уже было желание самим продавать и самим выдвигать на рынок. И самым легким способом тогда это был выход на мобильные платформы, тогда все-таки они были. Вот. Мы выбрали путь разработки игр Palmos, выделили в команде, то есть у нас тогда было там человек 25, я выделил двоих, и сделали три игры. Вдвоем. Но они там, скажем, очень маленькие игры были. Вот. Мы на них потратили очень мало денег, но заработали суммарно где-то на этих трех играх там порядка 17-18 тысяч долларов. То есть потратив там 2-3 тысячи, да, то есть можно посчитать, что как бы фидбэк был очень неплохой. Мы, самое главное было для нас как бы не заработок, самое главное для нас было проверить, насколько мы можем реализовать свою идею сами, насколько мы ее сами можем продать, и мы можем действовать независимо. И потом стратегически было не очень верным ходом для нас не развивать это направление, потому что мы пустились в разработку крупного проекта Anabios, закончив UV-сектор. И когда проект закончился в 2009 году, наша компания Action Forms попала в такой же Anabios, как, собственно, сама игра. Денег на PC-проекты там, суммарно там, с бюджетами миллионы плюс найти сложно. И мы вспомнили, что мы все-таки можем делать маленькие игры, можем сами все делать. И опять тогда осталась наша команда 3-4 человека. Мы выпустили нашу первую игру. И по стечению обстоятельств мы на ней тоже хорошо заработали, зарекомендовали себя. Ну и, собственно, себе, самое главное, себе доказали, что мы опять же что-то можем делать независимо. И с этого все началось. Сейчас суммарно у нас в компании работает уже 40 человек. У нас два офиса. Один офис в Киеве, второй в Николаеве. Мы развиваемся. Сейчас еще увеличиваем нашу команду. У нас на сегодняшний день уже выпущено 8 проектов. Больше 20 миллионов людей играют в наши игры. Мы сейчас параллельно разрабатываем где-то около еще 5 игр. В общем, из каких бы рекомендаций надо, ну, даже рекомендации из собственного опыта, надо просто набраться терпения, потому что будут очень много проблем. К инвестору не надо идти с самого начала, потому что вам никто никогда не даст денег, вы будете очень расстраиваться. Вы самое главное должны попытаться сами себе доказать, что вы можете что-то делать. Тем более, что сейчас есть мобильные платформы, есть хорошие движки. Вон, я вижу одного молодого человека, он сегодня расскажет. Вы берете движок, вы берете все свое желание в руки, и вы берете всю свою креативность, которую вы только можете. Ни в коем случае не копируете то, что сейчас уже есть на рынке. Это самая плохая, это самая убыточная вообще идея, которая может быть. Сделайте что-то новое, сделайте что-то оригинальное, сделайте демо-версию, в конце концов, выложите ее в App Store, и вы посмотрите на то, что вы вообще сами можете делать. И только показав какие-либо результаты, уже с этим вы можете идти, не знаю, в игровой инкубатор, опять же. У нас уже есть такой в Украине. Вы можете прийти к частным инвесторам, можете просто прийти к друзьям, сказать, что вы знаете, вот у нас уже есть определенные результаты, мы знаем, как дальше действовать, мы знаем, как работает наша команда. То есть вы после первого любого выпуска вы можете... Все так и есть. Вы должны, самое главное, поверить в себя и потом прийти и доказать эту веру там, будущим партнерам. В принципе, все. Не знаю. Вопрос. Вера? Да.
Игорь, а сложно было поменять сознание людей, которые сначала занимались большими проектами, потом начали делать маленькие? Нет, очень легко, потому что из тех, кто делали большие проекты, остался всего один. Ну, я и еще. По сути, мы начали, ну, у нас такие есть как бы периоды в компании, это 95-й год, когда мы начали делать, на рынке не было никого. То есть мы учили людей, как нужно там рисовать. Там, мы делали первый иглоказм 3D. Я вам расскажу, мы сделали 3D персонаж, вернее, не 3D, мы сделали их из пластилина, потом их фотографировали и решили делать таким образом анимации. Только лишь потому, что не было 3D-моделеров. Сейчас все значительно проще. Второй момент — это 2002 год, когда мы попробовали свои силы в мобильных разработках, но тогда у нас тоже был опыт. И третий — это 2009 год, когда, собственно, большая часть команды, почти вся команда ушла, осталось несколько человек, мы вспомнили, что у нас есть тотем, и мы все начали с нуля. И, наверное, вот сейчас у нас начинается новый этап, где мы начинаем очень стремительно расти, и с новыми проектами, с новыми идеями уже встать. Человек. Правильно я понимаю, что по сути вы сейчас вышли на показатели Action Forms по количеству людей? Мы сейчас даже их переплюнули. У нас в пике было 30 человек в Action Forms.